Неспокойная нынче ночка. Носится и носится по этой клетке. Клетка у нас стоит внутри ванной, потому что боимся, вдруг хомяк решит забежать. Маленькая еще. Мышка-малышка, чтобы не пробралась через решетку. Вот она по ночам не спит, у нее такая активная жизнь. Выходи давай, покажись. Ага. Здрасте, здрасте. Ну, красавица. Ну, красавица липа появилась. Ай-яй-яй. Сбежать хотим. Положительный момент, что она уже не реагирует на меня, как на опасность. И так себе миленько свои дела решает. Ага. Выбор еды. Ничего не подходит, да? Все фигня. Ну, в смысле, не съедобно. Я не успеваю за тобой. Ага. А вот этот диспенсер для еды, но мы решили его не использовать, потому что слышали, что более крупные хомяки могут выбираться. Ну вот, этот мелкий тоже пытается выбраться, но не тут-то было. Что ты такая шустрая? Лип. Идешь ко мне? Нюхает и нюхает. Ты меня не кусай, пожалуйста. Вот и смотри. Здравствуйте. Здравствуйте, фрикин липа. Ладно, ладно, я тебя отпущу, не нервничай. И убежала. Ну, и я пойду, наверное. Опять. Покажи, как ты умеешь кататься на колесе. Покажи. Милочка, лепечка, давай. Опять завела уборку. Не будет сегодня веселых покатушек. Ну что ж, в следующий раз. До новых встреч.